Всем привет! Начинаем очередное путешествие по культурным мероприятиям маленького городка. Вот был я на выставке, она называется «Протоарт. Импровизация». Необычная выставка. Там представлено театр, перформанс, музыка, кино, видео, скульптуры, инсталляции, философии, игра, ну и так далее. Вот в анонсе заявлено более 100 участников из России и мира. Ну и очень даже здорово, что вход свободный, поэтому было очень много людей. Вот выступают ребята, которые играют на барабанах. Очень интересно. Народ слушает с удовольствием. Тоже послушаем. Дело происходит в манеже. На стенах висят образцы искусства, картины. Дети играют. Для них здесь раздолье. Очень много детей пришли с семьями. Огромные большие черные шары, и дети играют с этими шарами. На стенах висят картины. Постоянный звук некий такой. Это вот общие виды я снял. Это и выставка, и какой-то театр, какие-то импровизации музыкальные. Вот девушка на арфе. Очень действительно интересно, необычно. Извлечение звуков. Вот девушка мне показала. Интересно, необычно. Я стараюсь посещать такие выставки. Я старался ставить звук как есть. Вообще тут, конечно, комментировать что-то очень сложно. Это самому бывает на этой выставке для того, чтобы просто воспринять, попробовать во всяком случае, как-то воспринимать то действие, которое здесь совершается. В основном это просто импровизация на неких инструментах, на некоторых приспособлениях, если так можно сказать. Это все же инструменты, наверное. Вот. С цветовой какой-то инсталляцией. Ну, во всяком случае, это интересно. Вот я вам предлагаю все это посмотреть, если кто-то смотрит, конечно. Вот мужчина, который импровизирует. И, возможно, кому-то это понравится, возможно, и нет, но все имеет право быть.
Я лично придерживаюсь такого принципа. Ну, почему нет, собственно говоря?